Я выключаю телевизор, я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил. И я почти запил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал. Но только я его послал, я болен и устал, и эту ночь не спал. Я жду ответа, больше надежд нету. Дождь идет четвертый день, хотя по радио сказали, жаркой будет даже тень. Но впрочем, в той тени, где я, сухо и тепло, но я боюсь вода. И дни идут чередом, нередимо трепьем, и в общем весело живем, хотя и дождь за окном. Магнитофон сломался, сижу в тишине, к чему и рад вполне. Я стройка работает кран, и закрыт пятый год за углом ресторана. На столе стоит банка, в банке тюльпана, на окне стакан. И так уйдут за годом год, так и жизнь пройдет, и всякий раз маслом вниз упадет бутерброд. Но может будет хоть день, будет хоть час, тогда нам повезет. Больше надежд нету.
Спасибо.